еще отсюда не уехали. Хотя страна дружественная, люди, в принципе, достаточно дружелюбные, просто у них нет большого опыта организации такого подобного рода больших спортивных мероприятий. Но они стараются. Я думаю, что следующий квалификационный турнир, может быть, уже без нас пройдет, мы, может быть, сразу будем отбираться без этого. Они могут уже провести на более высоком уровне, хотя, по большому счету, конечно, у нас там были претензии, но совместными усилиями нашего коллектива, да, наших менеджеров и совместными коллективами и совместными усилиями представленных к нам людей, как-то эти проблемы мы решали. В игровом плане, весь турнир мы были с командой, видели все игры, были какие-то опасения, что можем ввязаться в матч за третье место? Почему-то не покидало меня чувство, что мы все-таки выйдем с первого места, да, ну, то есть сразу напрямую, без вот этого игры за третье-четвертое место, но где-то я себя успокаивал, что пока турнир не кончится, мне надо тешить себя надеждой. Ну, все получилось для нас хорошо, ребята, мне кажется, полностью отдавались в каждой игре, несмотря на, так сказать, на ранги, на звания, да, вы видели там. Кириленко весь перебитый, колени все обвязаны. Травмы, к сожалению, тоже получило несколько игроков. Играли с травмами. Мозгов сегодня с травмой вышел, и Моня вышел с травмой, и Фридзон. Но, несмотря на все это, мы преодолели, и теперь будем готовиться к Олимпиаде в Лондоне. А дальше какая схема? В какой мы группе окажемся? Будет какая-то штука? Это ФИБА еще решит, да. То, что было написано, не верьте этому. ФИБА решит, скажет нам после окончания нынешнего турнира. Тогда мы узнаем, в какой группе мы будем играть и с кем. Как считаете, в какой группе лучше играть, с США или с Испанией? Абсолютно, по-моему, в общем-то, это не важно. Главное, потом из группы из этой выйти и уже на уровне четвертьфинала. Четвертьфиналы – самые опасные игры, как мы знаем. Четвертьфинал проиграл, и все, уже от медали ты далек. В полуфинале можно проиграть, там можно бороться за призовое третье место, тоже почетно. А четвертьфинал – это самая такая опасная игра, поэтому думаю, что в какую бы группу мы ни попали, из группы мы должны выходить, а дальше уже будем смотреть, на кого будем попадать. Перед сборной будет ставиться какая-то задача на Олимпийскую медаль? Сборной ставятся только самые высокие задачи, как вы знаете. Мы не можем себе позволить другого, поэтому будем бороться за медали, за призовые места. Хорошо, спасибо.